1418 дней войны, 900 дней блокады, 250 дней обороны Севастополя. Эти цифры никогда не сотрутся из памяти. За каждой из них личная история. Ветераны вспоминали не только свой страх, но и как преодолевали его, как шли вперед и как радовались великой победе. Все это нужно знать бойцам сегодняшним, уверены они. Такими же молодыми были и бойцы 40-х, когда пошли на фронт. Военнослужащие и ветераны вместе еще раз перелистали страницы военной истории, а потом поучаствовали в конкурсах, проверили свои знания воинских званий, а также блюд из картофеля, чистить которые умеют все солдаты. Напоследок вспомнили еще одни цифры, на сей раз печальные. Более 4500 сочинцев не вернулись с фронта. 17 человек стали героями Советского Союза. 7 из них посмертно.